Привет. Имя? Дэвид Боуи. 12 синглов и каждый полный провал, кроме Space Oddity. Только одному человеку в Mercury Records не противен твой новый альбом до глубины души. Мистер Боуи, да? Рон Оберман, Mercury Records. У нас будет пара недель. Мы с тобой метнемся в Чикаго, Филадельфию, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Достаточно одного упертого черта, чтобы изменить мир, да? А у нас их двое. Двое? Ты сам-то в себя веришь? Думаешь, что ты станешь самой большой гребаной звездой в Америке? Не существует настоящего меня. Есть только страх. Но тогда стань кем-то другим. Стань кем-то другим. Я не сумасшедший. Я просто делюсь своими фантазиями на сцене. Веди себя как звезда, и они решат, что ты звезда. И не сдавайся, пока весь зал не будет у твоих ног. Ты не из космоса, ты из пригорода, блин. Еще как из космоса. Быть рок-звездой или притворяться рок-звездой? Какая разница?